Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир под номером 233. Расположите в порядке возрастания дроби. Обратим внимание, что у нас все дроби с одинаковым знаменателем. Поэтому мы знаем, что из двух дробей с одинаковым знаменателем больше та, у которой больше числитель. Меньше та, у которой меньше числитель. Итак, будем сравнивать числители этих дробей и записывать. Самый маленький числитель у второй дроби, у одной 19. Значит, это самая маленькая из данных дробей. Следующая у нас будет дробь 5 девятнадцатых. Сравниваем числители. И следующая дробь у нас будет 9 девятнадцатых. Числитель больше, чем 9, у нас 10. Это следующая дробь 10 девятнадцатых. Осталось 14 девятнадцатых. И 16 девятнадцатых. Итак, мы применили правило сравнения дробей с одинаковым знаменателем. Больше та, у которой больше числитель. Мы расположили числители в порядке возрастания, и мы узнали по этому дроби порядке возрастания. 1 девятнадцатая, 5 девятнадцатых, 9 девятнадцатых, 10 девятнадцатых, 14 девятнадцатых и 16 девятнадцатых. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, есть замечания, предложения, оставляйте их в комментариях к этому видео.